Да. Да, сэр. Ага. Конечно, сэр. Да, не переживайте. Все будет в лучшем виде. Вам не о чем беспокоиться. Вас соединить? Оператор, я набираю Мюррей Хилл 498 уже почти час. И все время занято. Слушайте, я не понимаю, почему линия так долго занята? Вы не могли бы набрать этот номер? Мюррей Хилл 498. Да, одну минуточку. Не понимаю. Почему все время занято? Рабочий телефон моего мужа. Он сегодня задержался на работе. Ну, я пыталась дозвониться до него. Набираю Мюррей Хилл 498. Совсем одна дома. Я больна и нервничаю весь день. Алло? Алло? Мистер Стивенсон на месте? Алло? Алло? Да, алло. Собирается кого-то убить. Точнее, какую-то женщину, которая живет совсем одна.
И мы должны их остановить, мы должны. Какой номер вы просили набрать? Это не имеет значения. Мне нужно отследить этот звонок. И немедленно. Понимаете? Ну, мэм. Господи, да почему же вы такая бестолковая? Ну, неужели непонятно, что вы просто небрежно набрали номер? Ну, я вас просила набрать Мюррей Хилл 498, да? А вы там, у вас там палец соскользнул. И меня соединили с кем-то еще. И к тому же я их слышала, а они меня нет. Я не понимаю, почему вы не можете снова ошибочно набрать тот номер. Нарочно, понимаете? Нарочно. Поэтому наберите снова Мюррей Хилл 498. Только будьте опять небрежны. Мюррей Хилл 498. Да, хорошо, я попытаюсь вас соединить. Минутку. Спасибо. Извините, Мюррей Хилл 498 занято. Оператор. Да. Оператор, да вы даже не пытались набрать тот неправильный номер. Я же вас ясно просила. А вы набрали правильный. Извините, какой номер вы назвали? Да забудьте вы, какой номер я набрала. Нам нужно отследить тот звонок. Понимаете? Это мне нужно отследить этот звонок. Это мой гражданский долг. Да это ваш гражданский долг найти тех, кто звонил. Найти этих убийц. Если вы этого не сделаете... Ну, я соединю вас с главным оператором. Боже мой. Будьте любезны. Не скидывайтесь. Да, пожалуйста. Линия 17. В чем проблема? Она хочет отследить звонок. Я ничего не поняла. 17, не говорю. Главный оператор слушает. Главный оператор? Да. Я хочу, чтобы вы отследили звонок. Я не знаю, кто звонил, откуда звонили, но их необходимо найти. Это касается убийства. Вы понимаете? Убийство, которое планируют сегодня, в 23:15. Понимаю. Понимаете? Боже, так вы сможете мне помочь найти этих людей? Это зависит, мам. Зависит от чего? Продолжается ли разговор? Если да, мы можем проследить, откуда и куда звонили. Если их уже разъединили, это невозможно. Разъединили? Если абоненты прекратили разговор. А, ну то... Конечно. К этому моменту они его уже точно прекратили. Это было минут 5 назад, и они не из тех людей, которые любят вести долгие разговоры. Но я могу попробовать отследить этот вызов, мадам. Как вас зовут? Миссис Стивенсон. Миссис Элберт Смит Стивенсон. Номер вашего телефона? Ну, Лаза 422-95. Но если вы и дальше будете терять время... Зачем вам нужно отследить этот звонок? Что-что? Зачем вам нужно отследить этот звонок? Зачем мне? Зачем мне? Действительно, зачем мне? Я услышала разговор двух мужчин. Не просто двух мужчин, а двух убийц. Они планируют убийство женщин. Этим должна заняться полиция. А в полицию вы звонили? Нет. То есть вы пытаетесь отследить частный звонок как частное лицо? Да, но я же хотела бы... Миссис Стивенсон, я не думаю, что мы можем отследить для вас этот звонок по вашему частному запросу. Нам нужен официальный запрос. Замечательно. То есть я не могу сделать заявление об убийстве из этих ваших, как это, бюрократических проволочек? Идиотизм. Да, хорошо, хорошо, я позвоню в полицию. Идиот. Боже мой. Жареные пирожки. Ну, у меня же язва. Яблочного пирога-то не было. Ну, нет яблочного, я вас не так думаю.
управление, 43-й округ, сержант Даффи у телефона. Наконец-то. Полицейское управление? Я звоню, чтобы сообщить об убийстве. Да? Ну, я хотела сказать, что убийство еще не совершено. Но я слышала по телефону, как его планируют. В общем, меня неправильно соединили, и я пыталась отследить звонок сама. Ну, слушайте, все такие идиоты, что вы, наверное, единственный, кто может хоть что-нибудь сделать. Ну, разумеется, мэм. Смотрите, речь определенно шла об убийстве. Я слышала их планы совершенно четко. Двое мужчин говорили о том, как они собираются убить какую-то женщину, которая живет совсем одна, в доме рядом с мостом. Вы записываете? Да, да, мам, я записываю. Сейчас. На улице, где она живет, есть частный патрульный. И в 11 он пойдет выпить пиво в баре на второй авеню. Господи, что же там? Там еще был третий мужчина. Они назвали его клиент. Так. Ну, я думаю, что это он и платит за убийство этой женщины. Они снимут с нее все кольца и драгоценности и убьют ее ножом. Вы слышите? Ножом! Я ужасно разнервничалась. А я и так больна. Понимаю, мэм. Когда все это произошло? Я не знаю, но... Минут 8 назад. Ну, вы понимаете? Ваше имя, мэм? Миссис Стивенсон. Миссис Элберт Смит Стивенсон. Угу. Ваш адрес? North Sutton Place, 53. North Sutton Place... Это рядом с мостом. Мост Квинсборо. И на нашей улице есть частный патрульный. А вторая авеню... А какой номер вы набирали? Ну, 498. Но я не по этому номеру разговор слышала. Мюррей Хилл — это рабочий телефон моего мужа. Но он сегодня задержался на работе. Ну, я пыталась дозвониться до него, чтобы побыстрее попросить прийти домой. Я инвалид, а у сиделки сегодня выходной. Ну и хоть мой муж и говорит, что я в безопасности, если телефон под рукой, но я все равно ненавижу оставаться дома одна. Ну, мы займемся этим, миссис Стивенсон. Посмотрим, сможет ли телефонная компания проверить этот звонок. Подождите, но они сказали, что они не могут проверить, если телефонный разговор уже прекратился. Я уже просила их об этом. Да, уже? Да, уже. И как я лично думаю, вы должны предпринять что-то более существенное, чем проверять этот звонок. Что толку в проверке звонка, когда уже никто ни с кем не разговаривает, правда? И пока вы будете его проверять, они уже убьют эту женщину. Леди, мы об этом позаботимся, не волнуйтесь. Да вам весь город нужно обыскать. Вот я живу недалеко от моста. И вторая авеню рядом. И знаете, я буду чувствовать себя гораздо лучше, если вы пришлете патрульную машину в наш микрорайон. И желательно немедленно. А почему вы думаете, что убийство будет совершено в вашем микрорайоне, мэм? Я не знаю. Слушайте, такие ужасные совпадения. Мост, патрульный, вторая авеню. Вторая авеню? Очень длинная улица, мэм. А знаете, сколько мостов только в самом Нью-Йорке? Не говоря уже о Бруклине, Квинс, Бронксе. И откуда вы знаете, что нет второй маленькой авеню где-нибудь на Стейтен Айленд, о которой вы даже не слышали? И вообще, с чего вы взяли, что они говорили о Нью-Йорке? Но я слышала разговор по Нью-Йоркской линии. Откуда вам известно, что это не был междугородний звонок? Телефон – забавная штука. Послушайте, мэм, почему бы вам не посмотреть на это с другой стороны? Предположим, что вы не услышали случайно этот разговор. Предположим, что ваш муж, как обычно, вернулся домой. Стал бы вас тогда волновать этот звонок? Ну, думаю, нет. Но знаете, это так бесчеловечно, просто ужасно. Сколько преступлений
ежедневно происходит в городе Бен. Если бы мы могли хоть что-нибудь предпринять, чтобы их предотвратить, мы бы это сделали. Но улики такого рода для нас так же бесполезны, как их полное отсутствие. Ну, конечно. Если, конечно, у вас нет основания полагать, что этот разговор был просто шуткой, или же кто-то может хочет убить вас. Что, у меня? Да. Да нет, конечно. Кому это может понадобиться? Ну, я имею в виду... Да, кому это может понадобиться? Я одна днями и ночами. Днем приходит моя сиделка Элоиз. Но она весит фунтов 200, и ей даже лень мне поднос с завтраком принести наверх. А кто еще? Ну, еще человек, с которым я общаюсь, это мой муж Элбер. Но он меня обожает, он выполняет все мои капризы. И к тому же он заботится обо мне уже лет 12. С тех пор, как я заболела. Ну что ж, тогда вам не о чем беспокоиться, не так ли? А сейчас, если вы слушайте, предоставите... Слушайте, подождите. Вы собираетесь что-то делать? Вообще-то. Уже так поздно, уже почти 11. Мы об этом позаботимся, леди, не волнуйтесь. Что позаботимся? А вы собираетесь передать по рации вашим людям? Особенно в моем микрорайоне, что у нас здесь собирается убить человека. А патрульная машина? Леди, я же сказал, мы об этом позаботимся. Вот как раз у меня на столе лежит дело, которое требует моего непосредственного... Алло. Зачем я это сделала? Теперь ему подумать, что я дура. Элберт, ну почему же ты не идешь домой? Соединить. Оператор, попробуйте еще один раз. Мюррей Хилл 498. Набираю Мюррей Хилл 498. Не понимаю, почему так долго не идет. Мюррей Хилл 498 занято. Нужно ли... Я слышу, что занято. Не нужно говорить мне об этом. Если б я могла встать с этого кресла. Ваш звонок, пожалуйста.
Я не понимаю, что происходит с моим телефоном. Я еще никогда не встречала такое жалкое и отвратительное обслуживание. Я инвалид. Я очень расстроена. А мне нельзя расстраиваться. Но если это будет продолжаться дальше... Мам, что-то не так? Да все не так. Весь мир будет рушиться, а вам все равно. А мой телефон сейчас звонит, постоянно звонит. Да, мам? Звонит каждые 5 секунд. А когда я беру трубку, никто не отвечает. Мам, извините, если вы повесите трубку, я могу проверить ваш телефон. Я не хочу, чтобы вы его проверяли. Я хочу отследить этот звонок, и немедленно. Мадам, боюсь, это невозможно. Возможно? И почему же? Видите ли, система связи автоматическая. Если кто-нибудь пытается набрать номер, то невозможно проверить, был ли звонок произведен у вас через коммутатор или нет. Ну, если, конечно, вы не делаете запрос через определенного оператора. Боже, как все сложно, по-идиотски. То есть вы хотите сказать, что я должна сидеть в этом черном кресле, вздрагивая каждый раз, когда звонит телефон, представляя себе все, что угодно? Я попробую его проверить для вас. Проверить? Да это каждый может. Идиоты! Алло! Говорите! Алло! Я вас не слышу! Вы сводите меня с ума! Говорите, что у вас там? Алло! Алло? Алло? Это Плаза 422-95? Да, это Плаза 422-95. Это Western Union. У нас телеграмма для миссис Стивенсон. Может ли кто-нибудь принять сообщение? Простите, да, конечно, я миссис Стивенсон. В телеграмме говорится: миссис Стивенсон, North Sutton Place, 53, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Дорогая, ужасно жаль. Пытался дозвониться до тебя в течение последнего часа, но линия занята. Уезжаю в Бостон сегодня в 11 по срочному делу. Вернусь завтра днем. Не скучай. Люблю. Подпись Элберт. Бостон? Это все, мы. Вы хотите получить копию телеграммы на дом? Нет, нет, спасибо. Спасибо, мэм. Доброй ночи. Доброй ночи. Нет, он не мог со мной поступить. Не сейчас, когда я совсем одна. Соединить, говорите. Оператор, ради всего святого, наберите снова Нюрахилл 498. Набираю Нюрахилл 498 занято. Значит, он уехал. Как ты мог? Как ты мог со мной поступить? Я не могу оставаться одна. Если я останусь одна хотя бы на секунду. Что же делать?
Точно. Мне все равно, что он скажет. И сколько это будет стоить? Я больной человек. Я имею право. Да, справочная служба. Пожалуйста, скажите телефон больницы Хеншли. Больница Хеншли, минуточку. Слушайте, можно побыстрее и скажите, который час? Я не знаю, мэм, но если вам так нужно, вы можете позвонить по номеру 7-12-12. Вам сложно, конечно. Сегодня всем все сложно. Номер телефона больницы 2-3-7-0-1-0-5, мэм. Подождите секунду. Семь, ноль, один, ноль, пять. Ноль, пять. Спасибо. Инвалид, я одна дома. И сегодня я услышала разговор, который ужасно меня расстроил. Разговор об убийстве, вы слышите? Какую-то бедную женщину собираются сегодня убить. И если ко мне кто-нибудь не придет, я просто сойду с ума. Я вас поняла, мама. Ну хорошо, я поговорю с мисс Филлипс, как только она вернется. Мисс Филлипс? Когда она вернется? Я точно не знаю, но она ушла ужинать примерно в 11. В 11? Да. Подождите. Мои часы что, остановились? Который час? Всего 15 минут 12-го, мама. Что? Боже, что это было? Было что, мама? Ну, звук только что в моем телефоне. Как будто кто-то взял трубку. Я ничего не слышала, мадам. А сейчас? Слушайте, я слышала. Нет, мой... Ко мне в дом забрался кто-то. И они меня сейчас слушают. Thank you.
Я буду сидеть тихо. Ваш звонок, пожалуйста, говорите. Оператор, я в ужасной ловушке. Мам, вас не слышно. Пожалуйста, говорите громче. Я не могу. Алло. Меня подслушивают. Кто-то в моем доме. Вы слышите меня? Алло, мам, говорите громче, пожалуйста. Я не могу. Кто-то забрался в мой дом. Кто-то хочет убить меня. Вы слышите? Говорите, как это вам набрать? Вы должны меня услышать, пожалуйста. Какой вы должны мне помочь. Вы должны связаться. Алло, что там происходит? Я слышу, как он поднимается. Алло, вас слышу. Алло, мэм. Какой номер вам набрать? Какой номер вам нужен, мэм? Алло. Убирайся. Убирайся! Нет! 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 Полиция! Полицейское управление соединяет. Полицейское управление, 43-й округ, сержант Дефин у телефона. Полицейское управление, Дефин у телефона. Алло? Полицейское управление, Дефин у телефона. Извините, мы ошиблись номером.